О танцах «Го-го» она уже спела, рассказала и даже сыграла. За 8 сезонов сериала «Клуб» Настя Задорожная научилась отличать живые декорации от зажигалочек. Этому танцу звезда ночных тусовок даже посвятила одну из своих песен. Все-таки есть такая грань, ты можешь слиться с толпой, и вот главное, чтобы девчонки выделялись еще. Это самое важное. Конкурс еще не начался, а Ксении Усановой уже приходится импровизировать. С обувью неожиданно певицу подвели сценические босоножки. Хорошо нашлась сменная пара. Когда заводишь толпу, ничто не должно отвлекать. Народный конкурс по «Гоу-Гоу» девушки приехали из всех уголков страны. Говорят, что любовь к танцу их объединила. И все это из-за желания непременно оказаться лучшей. Танцевать на сцене для них – это смысл жизни. И к тому же единственный способ зарабатывать деньги. Хочется очень победить, потому что столько всего интересного сулит первое место. Ну, естественно, победить сильнейшее, сексуальнейшее, опытнейшее. Ну и та, которая покорит жюри. Вот сколько стоит подкупить? Скажу, ну сейчас пока это конфиденциально, я не могу сказать об этом. Я тебе потом скажу. То есть сегодня победишь ты? Естественно. Красота требует жертв. Профессиональный мейкап, стильная прическа, высокие каблуки и блистательные костюмы. Конкурсантки к международному конкурсу за звание лучшей танцовщицы «Гоу-Гоу» подготовились основательно. Показать себя и воплотить задуманный образ в реальность помогают стилисты, имиджмейкеры и визажисты. Девушки обещают, сегодня будет жарко. Танец «Гоу-Гоу» игнорирует любые правила. Он бывает быстрым и медленным, сложно поставленным или полностью импровизированным. Ошибаться не должен никто, несмотря на уровень подготовки. А среди участников были даже дебютанты. Главное – чувство ритма и музыки. Луис Гоуин подумывает даже о смене фамилии на «Гоу-Гоу». В широких кругах он известен как король танцев. Его девочки зажигают на всех площадках столицы. А даже когда я учился в школе, у меня был как прозвищ, да, как это называется? Да, меня звали «Го-Го». Ну, конечно, это «Го-Го» звали. Тут Гогу. Но вообще, если сокращать мою фамилию, то она получается Гогу. Наверняка это дар судьбы. Вы что выделяете в девушках? Вот вы конкретно будете. Знаете, как бы я, например, да, я смотрю на внешность, смотрю на обаятельность, смотрю на энергетику, которая исходит от человека, насколько она способна заводить публика, да. И я вам нравлюсь? Очень. Мне кажется, вы нам и подошли. У меня жена поехала в гости, и я решил, что хорошая обстановка, красивые девушки, почему бы нет? То есть вы пришли сюда познакомиться с девушкой? Я мужчина, настоящий мужчина, серьезный мужчина, очень могу себе тоже позволить. Хотелось бы попросить у вас номерок телефона. Ну, вы, учитывая, что мы находимся в такой интимной обстановке, я согласен. 8-9-16. Я за такие мероприятия. Чем больше их, тем лучше. Потому что очень профессиональных девушек, которые находятся на сцене, к сожалению, очень мало. С удовольствием. До встречи. Будут оценивать и спортивные какие-то, да, качества девушек. Будут конкурсы, которые будут оценивать пластику девушек, их профессиональные качества, умение танцевать, работать с публикой. Танцуют все, и, как выясняется, не только представительницы прекрасного пола. Дебютантку всероссийского конкурса по «Гоу-Гоу» мускулистые ноги выдают. Совсем недавно Светлана Жданова была подкаблучником, а теперь сама стоит на каблуках. Впрочем, даже плохому танцору ничего не стоит подняться на высоту 15 сантиметров. Но главное даже не это, а то, что Леди Бой не боится экспериментировать и рисковать. Светик мой, Светлана, свет горит в окне. Времени так мало, я спешу к тебе. У тебя грудь настоящая? Немножко увеличена. Была полторашка. Я в рамзесе работала, у меня здесь полторашкой. Потом увеличила трешку. Работает топлис. Можно потрогать? Можно. А в том кармане был? Нет. Потрогать? Специально для оператора «Комсомольской правды»? Настоящая.
Не просто номер, а целое представление. К таким эпатажам звездное жюри не было готово. Наверное, именно ей достанется резидентство в клубе «Бэйс». А я сидел долго гадал, просто мне стало сразу интересно, сколько было потрачено на операции. Считаю, что все-таки он не пройдет, увы. И даже мужчина с грудью должен иметь хорошую фигуру. Но все же самой пластичной, энергичной, яркой и сексуальной звездное жюри признала Кристину Фирсову. И уже в следующий раз она будет оценивать, кто по-настоящему может зажечь танцпол. Я просто в восторге. Такое чувство, как будто у меня сон снится. Я не понимаю, что это правда вообще.